Да, все, я знаю дату. Это точная дата, я даже помню ее. Итак, народ, вопрос. Вам нужно назвать точную дату, когда был запущен наш сайт по донату, автоматически сайт по донату. Вот именно с этой секунды можете писать ваши ответы в чат на Твиче. Я читаю тут чат на Твиче. Погнали. Так, пока нет правильных ответов. Рядом ходят, но не угадывают. Нету правильных ответов. Там один говорит, чтобы его разбанили, но какая уж кому разница. Блять, они так часто начинают писать, что я... Так. Стоп. Все, Стоп больше не машина. пишите, больше не пишите. Стоп, машина. Не пишите, а то я не могу это до победителя промотать. Стоп. Не пишите. Не пишите. Так, значит, победитель, это... Окей, давай, у нас их будет два победителя, Да, без проблем. потому что это было, ну, как бы мы запустили это в понедельник, но это было с понедельника на вторник, в общем, это 27 и 28 июля. Правильные ответы дали пользователи с цифровым ником 38098333, какая-то херня, и потом сразу же практически написал пользователь с ником Граз, и нижнее подчеркивание, он написал 28 июля. Вы победители. Собственно говоря, как я уже говорил, какую-нибудь фразу сообщи им в личку, чтобы Да, я они... сообщаю. И, грубо говоря, если эти люди эту фразу разбазарят, то А бан-бан-бан-бан-бан-бан-бан-бан. только один победитель Не, это будет. понятно, но просто и первые, и последующие все отхватят бана, просто потому что, блядь, ну, нехуй такое делать. Что не знаю, что?
не знаю, я не видел, чтобы ты написала. Может быть, ты написала это, но после. Ты написала это после них. Я отмотал чат, и они были первыми, кто это написал. Думаешь, я проглядел тебя? Лотерея бывает. Не знаю, не. Хэштег не знаю жадная. Там какой-то скрин кинули. 28 июня. Париж. Опять холод. А, 8.00. А твой этот когда был? Кто? В какое. У тебя есть время в Твиче? Сейчас, подожди. Хотя у него время какое-то странное. Вообще что-то все странное. Не знаю, но я. Ну вот ты скидываешь мне скрин, да, но это же не означает, что ты была раньше их. Где на этом скрине я делаю вывод, что ты была раньше них? Я-то вижу, отматываю у себя весь чат. Просто в поиск пробей и все, и найди самое первое значение. Ну сейчас давай, хорошо. Мне кажется, это самое логичное. Ну вот, у меня ГРАС первый. Ну вот и все. Сейчас я покажу, вот. Ну, не весь чат уже отматывает, но, блядь, хуй знает. Сейчас я ниже посмотрю. А, да, просто следующую найди, и, судя по всему, там будет и нежно, и все остальные. Так. 27-е. У меня 27-е уже не видно. Вот именно поэтому, если мы проводим масштабный конкурс, мы делаем это просто на репосты. Потому что кнопку нажал, победителя выбрал. Ну, за исключением случаев, когда победитель оказывается чем-то не очень веселым. Да. Ну, в общем, не знаю, я тебе скинул скрин. Смотри. Так, где у нас ГРАС? Чё-то хуевает от комментов, сколько их тут уже? Ебать. 600 комментариев. Ты не те циферки. Те циферки уже написали на официальный аккаунт. Так, сладненько. Я думаю, можно завязывать с двумя победителями первого места. Надо разобраться. Один из них объявился. Что-то там за лаги загонял. Не знаю. В принципе, может и так. Что, зайка-то, думаю, что ли? Да. В принципе, баланс-то мы ему можем начислить, там не убудет. Ну, начисли. Но в сувенирку отсылать я ему не хочу, потому что... Ну, если бы у него были лаги, он бы пришел в группу и расписал, вот так и так у меня лагает. А не, блядь, съебался молча. Вот. Ой, точно, кстати, стой. Нам же, ты это говори, нам же там еще одни репосты разыграть. Что осталось? Одни, на один репост тоже разыграть. Так, рандом ап. Назад. Вот это. Вот это. Да идите вы нахуй. И тут Мелл взорвался. Сиди в жопу. Хотя бы без звука. Ага, быстрее. Все, сиди. Так, кто ссылку взял? Так, 160 человек. Так, ну и что, наверное, можно сотку разыграть. И раз. Так. Без аватарки. А, не, во!
Все загрузилось. И он даже вроде активный, так что все, вперед из песни. Так, раз. Я даже напишу. Так, ладушки. Все, на этой веселой ноте можно заканчивать. Или у тебя там что-то еще? Ну, да-да-да-да. А вот сейчас задам сложный вопрос. А, давай. Реально сложный вопрос. Ты там выбрал уже победителя, все? Да, сотку. Вот. То есть, ну, многие, может быть, знают на него ответ. Я сейчас подгляжу еще точный ответ, чтобы нет. Хуйню не спороть. Так, где он вообще? Так вот, народ, значит, вопрос следующий. Вот все мы знаем, что размеры карт в чашке, они как бы различаются. Есть карты на 10К, есть карты на 15К, на 20К, есть солярка на 25К, то есть 25 тысяч на 25 тысяч. А вот назовите число, совершенно точное число, какова размера карта была в оригинале у Агара? Ты даже я не знаю вроде. То есть сразу ответ, я говорю, что это не 10 тысяч. В Агаре, в оригинале, как бы, в Агаре карта не 10 тысяч. Ну, она же там маленькая, пиздец. И не 12 тысяч. То есть, но надо назвать совершенно точное число. И, да, я... То есть, программисты должны знать об этом. Ой, слушай, там люди 30 тысяч фантазируют. Нет. 10 тысяч, 7 тысяч. В Агаре, кстати, небольшая карта. Совсем. Очень маленькая, по сути. Ну, там банально, потому что все медленно. Так, ну вон в этом ВКонтактике. 12 500. ВКонтактике Леся говорит, что 5 тысяч, которая другая. 11 500, нет. Не 15, не 7,8, не 14, не 3,5, не 2,5, нет. Я надеюсь, я не прогляжу опять правильный ответ. Просто по поиску, если что. Ну, блин, этот чатик съедается, оказывается, через некоторое время. Нет, не 8999. Я смотрю, у нас в группе нет программистов. Не, ну некоторые... Кто-то там вот мне говорил какие-то данные. Так, ну вот в группе есть 6500 на 6500. А я не смотрю, слушай, я не смотрю группу, я не знаю. Ну, хуй с ним. Что там, кто отвечает? Знаешь, это только Twitch. Только Twitch. Ну вот, незнопроцитировал.